Ваш папа был премьер-министром Занзибара. И когда вы впервые съездили на его родину, не было ли у вас, возможности или варианта остаться в Африке? Конечно, меня принял президент Танзании, пригласил к себе. А я помню, я еще торопилась, мне надо было куда-то уезжать. Он говорит: да ладно, я тебе потом на своем самолете поедешь. Я говорю: так, не надо, знаю я ваш самолет, еще взорвут какие-нибудь по станции. Нет, я лучше полечу со всеми вместе. И он говорил: давай, оставайся, все, тебя тут любят. Ну, выйти замуж наверняка было там. Нет, никто меня не приглашал замуж.